Четвертое место. Маша Малиновская. И какой только простому народу не представала Машенька. И с длинными волосами, и с короткими, и рыжая, и блондинка. Однако эксперты утверждают, что коротенькие стрижки Малиновской больше к лицу. Больше всего нравится с коротенькой стрижкой. Ну, тут даже и обсуждать не приходится, сразу видно, да? Вот, Маша... Барби с кудрями и с короткой стрижкой. Сразу такая леди. Маша же никого не слушает. И после рождения сына она снова щеголяет с нарощенными волосами. Непослушная Маша Малиновская и четвертое место.